Самарские «Крылья Советов» выбили из борьбы за Кубок России команду из элитного дивизиона. Подопечные Игоря Осенькина разгромили волгоградский «Ротор» на домашнем поле. Хозяева вышли вперед уже на 33-й минуте. Дмитрий Камбаров получил передачу от Максима Витюгова и с близкого расстояния расстрелял владение Александра Довбни. На 44-й минуте под занавес первого тайма «Ротор» получил гол в раздевалку. Камбаров отдал радиоуправляемый пас Дмитрию Цыпченко, который в касание переправил мяч в сетку. После перерыва Игорь Осенькин сделал несколько замен. Восстановившийся от травмы Егор Галенков напомнил болельщикам о себе. Форвард вкатил мяч в ворота с передачи лучшего снайпера ФНЛ Ивана Сергеева и установил итоговый счет на табло – 3-0. Тренер «Крыльев Советов» остался доволен результатом. У нас матч нормально получился, совершенно нормальным. Мы забили такие голы, свойственные нам, с хороших атак. И, в общем-то, ребятам, кроме как благодарности за то, как они провели матч, никаких слов других не должно быть. Наставник гостей дал короткий комментарий по итогам встречи. Хорошая команда «Крылья Советов», хорошая команда, построена, выстроена игра. То, что у нас получалось, что-то не получалось. Одержав две победы в элитном групповом раунде Кубка России с общим счетом 7-1, самарцы заняли первое место и пробились в плей-офф. На этом этапе к победителям 10 групп присоединятся еще 6 клубов РФПЛ. Составы пар определят с помощью жребия. Матчи на вылет в борьбе за трофей пройдут в 2021 году. Следующий поединок футбольной национальной лиги «Крылья» проведут в Воронеже. Они померятся силами с местным «Факелом» 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.